«Победный май» – такое название дали художественной выставке, посвященной 74-й годовщине Великой Победы. Ее торжественное открытие состоялось 8 мая в полдень. Экспозиция включает в себя разножанровые живописные, графические и скульптурные работы участников сразу двух творческих организаций – Одинцовского отделения Союза художников Подмосковья и народного коллектива «Этюд». Совершенно потрясающая выставка, которая смотрит на нас, живой историей абсолютной. Истории живой, которая пропущена через сердца, через судьбы художников, потому что некоторые из художников сами своими глазами видели войну, некоторые из художников слышали от своих отцов и матерей об этой войне и знают они более точно, чем мы. В числе именитых авторов, чьи творения здесь представлены, Сергей Куприянов, Алексей Хижняк, скульптор, известный в Одинцово своими монументальными работами, а также живописцы Иван Пшеничников, Анатолий Попов и другие. Три портрета здесь находятся. Это летчики. Все, я не специально, вот так получилось, когда я начал анализировать, оказывается, всех их звали Николаями. Ведь как глубоко военная тема вошла в каждого из нас. И каждое поколение как эхом отдает то, что пережили отцы, деды и прадеды. Наверное, это будет вечно. Пронзительные картины современных художников – это память о праздновании великого события, которому через страшные жертвы и лишения страна шла долгих 4 года. Директор музея Светлана Раханова, едва сдерживая слезы, отметила, что представленные работы трогают до глубины души. Эта выставка у нас получилась совсем другой, нежели были предыдущие. Она у нас получилась очень строгая, очень лаконичная. Наверное, День Победы, как говорил великий поэт, это праздник со слезами на глазах. Параллельно на выставке представлены артефакты времен Великой Отечественной войны, найденные при раскопках местными поисковиками. Выставка продлится до 1 июня. Мила Тарасевич, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».